нужно для того, чтобы снять хороший клип? Оказывается, достаточно старой телогрейки, обычного коровника и немного чувства юмора. Количество просмотров и комментариев позволяет говорить о международной популярности клипа. Якутский студент, КВНщик Аял Адамов. Якутские рэперы сняли клип о сельской жизни. В комментариях к видео пользователи интернета уже сравнили с нашумевшим видео Gangnam Style корейского исполнителя. Слева, которая бейсболки, да? И особенно пользователям запомнилась розовая фуфайка. Так, розовая фуфайка станет настоящим трендом наступающей осени. Розовый ватник или летний вариант ушанки.